А ОМС? Печія повертається знову. Відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомога від печії. На России показали два мира, две реальности, обе в одном населенном пункте. Живут простые граждане, и по такой дороге они передвигаются. Вот, отгорожденный бревнами какими-то покрышками. Вот такая вот дорога, а вот там живет администрация. Вот такой контраст, где живут воры, а где честные люди. Ого, ну это вообще наглость? Это что вообще такое? Почему эти нищие до сих пор еще не ограждены колючей проволокой? Ну как же так? Живут простые граждане, и по такой дороге они передвигаются. Живет администрация, вот такой контраст. Я уверен, что люди, у которых разваленные дома, рады, что рядом с ними такой красивый район построили. А люди, которые живут в замках, злятся, что возле них строят какие-то руины. Перевернутый мирок он такой. Жители Белгородчины вчера, 1 мая, поздравляли с Днем Весны и Труда. Интересненько, куда же подевался мир? Уважаемые белгородцы, поздравляем с праздником Весны и Труда! 1 мая – праздник Весны и Труда. Праздник Весны и Труда. Так где же все-таки мир? Что-то случилось, может? Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста. А, я понял. У них же за плакаты с надписью «Мир» теперь можно и срок схлопотать. И вообще, если следовать логике Росполитиков, первомайские открытки на России теперь должны выглядеть так. Продолжаем. Соловьев собрался освобождать Германию. Ну, Германия, значит, должна прекратить существование в форме единого государства и существовать в виде там земель, свободных от нацистской власти, дать возможность народу избирать свое руководство, отказаться от оккупационного американского режима. Надо освободить Германию. Освобождалка еще не выросла, Володя. Просто интересно, от чего вы собрались Германию освобождать? От свободы слова? От хороших зарплат и пенсий? От достойной жизни? Может, вы лучше Томск от мусора освободите? Вот там-то люди действительно не очень живут. Вот такое видео сняли в Томске. Вы только посмотрите на эту мощь и величие. 23-го года. Вот она жизнь. Зато можно поучать весь мир, как надо жить правильно. Вот. Правильно это вот так, чтобы вы понимали. Это вот так. Ну, не иначе как назвать вообще нельзя. О, подожди, вы не Майдан готовы. Из детского сада это все видно. Дети здесь гуляют. Ну, детский сад ходит каждый день, они видят вот это вот. Красота! Аж зависть берет. Так-так, натовские страны, ну-ка, не разевайте рты на эту красоту. Это все российское. Вот пример самодельной домашней канализации. Ну, если это можно назвать канализацией, вот здесь в бараках. Вот. И вот это вот, вот это вдоль домов. Ну, чем не Таиланд, только холодно. Супер, и фотосессию свадебную можно устроить, прям глаз радуется. Это вот междворье, между двумя домами здесь болото. Скрипный лайф, вот, о, вот это вообще вот. Пойди домой, ну нет, попасть-то можно с другой стороны. Что здесь еще есть? Вот так вот и живут, вот. Вот это самопальный слив. Вот она жизнь. А там он еще белишко сохнет.
Знаете, что удивляет больше всего? Под каждым выпуском в комментариях появляются русские патриоты, которые пишут о том, что мы выдумываем эти новости. При этом их не смущает то, что мы показываем цельное видео с их же родины, снятое их же людьми. Даже интересно почитать, что они напишут в этот раз. А могли бы не писать, а порядок навести, например. Наконец-то дождались! Симоньян посмотрела на себя в зеркало и поняла, кто она. Мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами. Давайте посмотрим полное видео и поймем, в каком контексте Бабраньян сказала эти слова. Польша забрала у нас школу. И мы чем-то вот грозим, мы это называем всякими плохими словами, мы говорим о том, что это неправильный поступок, провокация и прочее. А мне вот хочется донести до тех, кто принимает решение. Понимаете, мне кажется, может, я ошибаюсь, но есть такое ощущение, что люди устали немножко от того, что мы грозим и что-то говорим. Как нас в детстве во дворах учили. Ты говоришь, что кто-то за что-то ответит, не надо говорить, надо заставить ответить. Вот-вот-вот. А я все время думаю, на что похожа российская риторика? Это дворовой пацан, который доколупывается до своих соседей и все время угрожает: «Слышь, ты знаешь, кто я такой?» А ходит в порванных синих трениках, ищет, где бы найти денег на бутылку. Вот над этим нам надо подумать. Как заставить ответить? А просто каждый раз, это же каждый день происходит. То оттуда кого-то из наших выслали, то отсюда, где-то что-то закрыли, забрали. И мы же, когда мы так вот грозимся и не делаем, мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим в своих же собственных глазах. Поправочка! Не в своих же собственных глазах, а в глазах всего цивилизованного мира. Но за правду лайк однозначно. Импортозамещение в действии. В Краснодарском крае задержали нетрезвого водителя, который ехал на ванной. Стой. Стоп. Все, вылазим, приехали. Вылазим. Отойди. Вылази, я сейчас скажу. Отойди. Гражданин, вылазим отсюда. Приехали. Все. Глуши. Глушим. Я понимаю, почему у полицейского ступор. Глуши мотор ванны, это максимально абсурдно звучит. А если бы сказал «глуши водосток», возможно, тут же в больничку забрали бы. Вы же ощутили эту победоносную мощь? Мужик едет на ржавой ванной, но зато обвесил ее георгиевскими ленточками. Как же это по-сверхдержавски? Гойда! Ура! Американцы массово бегут в Россию. Об этом говорят самые честные русские СМИ. Вы не поверите, но совсем недавно в Госдуме состоялась встреча под названием «Беженцы из стран НАТО». Инициаторами выступили американцы, уже получившие российское гражданство. Американцы гуглят грин-карты в России и совершенно не могут понять, с чего вообще начать свой переезд. Они попросили депутатов перевести миграционный сайт на английский язык и создать какую-то более доступную схему для получения гражданства РФ. Но от чего бегут эти преимущественно белые американцы, имеющие детей и хорошие профессии? От ЛГБТ-терроризма. Это самый популярный ответ. Ну да, верим. Так сказать, едут за русской мечтой. Почитав комментарии под новостью, стало понятно, что сами россияне не верят в этот бред. Особенно порадовал этот комментарий. Надоели сегодня в пятерочке янки. Еле очередь осилил. А вообще заметили, как меняются нарративы на России? Сначала американцы были вруном номер один. А теперь Россия якобы готова с распростертыми объятиями взять к себе американцев. Цирк! Кстати, это не единственный канал, который переобувается. Я бы вообще посмотрел бы за горизонт. Ведь в Америке куча здравомыслящих людей, которые верующие, которые ценят семью и детей. Большинство. Давайте предложим им переселиться в Россию. Мы создадим здесь условия, чтобы они туда свалили, к чертовой матери, от этих сумасшедших. Заодно и они нам... А это же не самый низший класс, правда? Это люди обычно среднего и высшего достатка, которые хотят жить по нормальным законам, по библейским.
Давайте предложим. Вот сегодня, когда Европа порушится и Америка, понятно, что идет вниз, они куда поедут, в Китай или в Россию? Кто ближе по менталитету? Наверное, россияне. Давайте предложим. Заодно и заводы построим, все остальное под ним пускай работает. А напомните, сколько у вас там заводов работают, учитывая санкции? Да, думаю, американцы откажутся от всего этого и приедут кайфовать сюда. Жителей Волгограда поздравили с 1 мая открытками с цитатой Гитлера. Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими. А теперь открываем Википедию и читаем цитаты Гитлера. Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими. Уважаемые зрители, что думаете, совпадение? Напишите. Спасибо, что посмотрели News 200. Оставляйте свои комментарии и лайки. Это очень нам поможет. Скоро увидимся.